Приветствую, друзья. Послушайте, наверное, вы задумывались иногда над тем, что вы бываете в таких состояниях приятных, но когда глубоко задумались, там такая безмятежность, и в этот момент раз, звонок какой-то или вопрос какой-то важный надо решить, и вы оттуда как бы выскочили. И вот эти вот частые переключения, когда вы в безмятежности, и вдруг такое нужно напряжение, чтобы мобилизоваться, ответить, адреналин включается. И вот эти вот постоянные вот шибки, они вообще-то создают психосоматику. Ну, шибка – это такое понятие в нейрофизиологии, физиологии – шибка. И у нас поэтому, когда мы проводим ликбезы бесплатные, и когда проводим вебинары, там есть такой момент, который называется разгрузка. Когда вы выходите тоже на такое состояние безмятежности, и там вы начинаете мыслить свободно, такое приятное состояние. И в этот момент я вам всегда говорю, послушайте, запомните это состояние. А теперь мы будем делать с Романом Газенко вебинар о словах. Почему это нужно? Потому что в обычной жизни иногда вот эти вот происходят кодификации слов в сознании спонтанно. Например, кто-то рядом с вами сказал, когда вы ушибли коленку, или, допустим, испытали какую-то неприятность, а, теперь это у тебя будет все время, и застряло. Вот вы понимаете, в свое время Хаббард назвал это инграммами. И там предлагалось сделать клиринг. Это та же самая разгрузка, что мы делаем, только у нас суперская, а там немножко сложнее. А мы делаем легко, просто, доступнее для каждого, потому что каждый подбирает именно свои действия, синхронные текущему индивидуальному состоянию. Поэтому выходит на безмятежность и освобождается от этих вот кодификаций в сознании каких-то слов случайных, которые вот таким образом запрограммировали человека, и он поэтому в таком ощущении, в таком состоянии, постоянно, когда у него происходит что-то, что-то напоминает, это вдруг выскакивают вот эти вот... Это мозг так работает. Поэтому я о чем хочу сказать, что есть люди, которые способны легко задумываться. Вы можете вспомнить у себя это ощущение такое, знаете, безмятежности. Да. И вот эта ошибка может случиться. И поэтому, когда мы разгрузку делаем, я всегда предупреждаю. Если вы снимаете у себя напряжение, выходите на это состояние безмятежности, то вы там начинаете чувствовать и потребности своего организма. Вы, например, чувствуете, что вам при этом хочется делать. Потому что вы сняли стресс, и вам, допустим, хочется спать. Так чтобы не было шибки, не нужно в этот момент идти колоть дрова, а надо лечь спать. Вот о чем речь идет. Видите, как просто, да? Если вам хочется поплакать, поплакать надо, а не сдерживать себя в этот момент. Но это я все говорю на время восстановления, чтобы у вас в жизни действительно была легкая переключаемость, чтобы вы могли от состояния внутренней расслабленности резко переходить к мобилизованности, чтобы вы были победителем в ситуации, могли управлять своей жизнью, чтобы ошибки не было. Поэтому мы практикуем вместе с тем, что мы делаем разгрузку, обучаемся такому состоянию безмятежности. Мы вместе с этим, еще вместе с Романом Газенко, а он будет нам подсказывать слова. Вот здесь вот лежит как раз-таки корень процесса, потому что у нас же есть сознание, где эти слова запечатываются. Иногда спонтанно вот так запечатываются, как в случаях с шибками, а иногда мы сознательно можем запечатывать, кодировать. Например, во время разгрузки с перезагрузкой,
какие-то слова специальные. Я вам приведу пример. Вот девочка поднималась на гору, и у нее забилось сердце. Ей стало трудно дышать, и она подумала: ой, не смогу дойти. И вспомнила: я могу. И поднялась на гору. Понимаете, вот как сознание помогает нам преодолевать трудности. Потому что в сознании возникло это: я могу. Так мы это можем кодифицировать, закладывать специально во время следующего вебинара, когда вы все туда придете, и мы заложим вместе с вами каждому желающему именно те мотивирующие, те слова, которые вам помогают преодолевать трудности, снимать страхи, паники, превращать их в стресс-трамплины для ваших новых достижений, а не зацикливаться на этих неприятностях. Вот для чего мы работаем. И мы помогаем, наша школа Человек Будущего, Homo Futurus, помогает всем. Поэтому, пожалуйста, ставьте лайки, чтобы расширить эту помощь. Делайте там репосты, и тогда наша школа будет развиваться и развиваться. И очень многие люди смогут научиться лучше снимать стресс, управлять энергией стресса, да, направлять эту энергию на решение своих задач. Да, это очень важно, очень интересно, друзья. Поэтому этот ролик я посвятил именно тому, что такое ошибка, что такое состояние умиротворения, безмятежности, и что надо на самом деле делать для того, чтобы была профилактика вот этих ошибок. Да-да-да, друзья. Ошибок. Видите, какое слово. Теперь вы будете это помнить. Слово «ошибка». И вы будете помнить те слова, которые вы сами себе запечатаете во время разгрузки с перезагрузкой, чтобы ошибок не было. И у вас будет здоровое состояние и легкая переносимость высоких напряжений. До встречи!